Намами Ганге Тхабапад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитям Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасса Чабакшаши Джасьястхиде Самбит Вам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Ачайтаннам Идам Бисхам Йоди Чайтаннам Ишварам Навидуху Сарва Састрагьям Пихи Брахманти Тейянахам Ачайтаннам Идам Бисхам Йоди Чайтаннам Ишварам Навидуху Сарва Састрагьям Пихи Брахманти Тейянахам Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Бхупати Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Шри Чайтанья Махапрабху, он показал нам путь, как можно служить Кришне всем своим телом и умом. Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что только Шри Чайтанья Махапрабху, он показал нам, как мы можем, как у нас, что у нас есть возможность служить Кришне всеми нашими органами чувств, всем телом и умом. И это нечто уникальное, что не встречается нигде в другом, в других местах. Я уже говорил, что люди с Южной Индии и другие люди, которые не имеют представления о Гауди Бхаджане, они критикуют, как это возможно. Они не могут представить, что это возможно, что для них Нараяна, это Господь Нараяна, это образец всего, что может быть. А то, что выше Нараяны, они даже во сне не могут представить, как это возможно. Служить Кришне всем своим телом и умом. Это невозможно для них. И Шрила Прабхупад говорит, что это возможно. Но сначала я хочу сказать предваряющие вещи, а потом переключусь на главную тему, по которой тема в том, почему Махапрабху явился в этом материальном мире. И потом мы будем говорить о его беспричинной, великолепной, несравненной милости. И эту шлоку написал один из лучших рупанук, его зовут Прабхутананда Сарасвати Пад. Он написал много шлок. И вот Махарадж их повторяет. И вот Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, Идам,
In Sanskrit, На санскрите, если мы хотим обозначить какой-то материальный предмет, используется слово «идам». Например, вот Махарадж пример мантры приводит, в которой говорится, что мы, о Кришна, тебе предлагают то, то и то. Это то на санскрите «идам» значит какие-то материальные вещи. Но когда мы поклоняемся Господу с помощью мантр, и если мы с любовью предлагаем Господу какие-то вещи, то они могут стать трансцендентными, если Господь примет их. И Вишвана Чакравати говорит, что любые вещи, которые Кришна, которые преданные предлагают Кришне, Кришна принимает их. Вишвана Чакравати Патон говорит, что если что-либо, вообще все, что любые вещи, которые преданные с огромной любовью предлагают Кришне, то Кришна предлагает это. Как пример приводится с женой Видуры, которая предлагала Кришне кожуру от бананов, а бананы выкидывала. А Видура, когда пришел, увидел, он начал ругать жену, что ж ты делаешь. И эта шлока, она произнесена Прабхудханандой Сарасвати Падом. Почему? Поскольку у нас есть жизнь, но это не настоящая жизнь. For biological science, we have life, but it is not real life. Что, а что значит жизнь? И вот в этой шлоке написано, Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорит, что жизнь преданного – это преданность. Без преданности преданный он не жив по-настоящему. И говоря искренне, весь мир, он стремится к, он, точнее, весь мир, он стремится к каким-то миражам, к наслаждениям. Почему люди ходят на работу, получают образование, или еще чем-то занимаются. Если посмотреть глобально на эти вещи, то есть люди, они стремятся к наслаждению звуком, прикосновением, ароматом и этим, ну, в общем, к наслаждению своих органов чувств. Но так или иначе, что хотел Чайтанья Махапрабху показать нам, поскольку это его обет в Чайтанья Чайтамрите, что Махапрабху говорит, что если я сам не буду практиковать преданность, то как я могу проповедовать? Я не могу кого-то научить и проповедовать нам прямо дхарму. Вы уже знаете, вы долго слушаете, и в читании Чайтамрите говорится, что Махапрабху явился для проповеди, для того, чтобы раздать прямо. И Махапрабху, он я уже говорил, что Кришна Бхагаван, он сам изначальный Верховный Господь, Сваямруп Бхагаван, и у него есть сила, способность раздать, распространить прему.
когда Кришна, он ушел из этого материального мира, то после этого начал думать, когда он ушел, что я так много лил совершил, я говорил, что нужно поклоняться мне. Кришна имеется в виду, говорил, что нужно ему поклоняться, но люди демонического склада ума не могли поверить в это. И вот люди демонического склада ума не говорили, что все хотят, чтобы им поклонялись. И почему Кришна лучше? И Кришна, он явил одну сокровенную лилу, которую невозможно понять обычным людям. Ее практически невозможно понять. И поэтому Гурварга, наша Гурварга, они стали очень строги. И завтра или послезавтра я буду обсуждать одну шлоку. Вот эту шлоку я буду обсуждать. И в этой шлоке описывается то, как нужно следовать Махапрабху, что не нужно пытаться перепрыгнуть через какие-то уровни, нужно следовать шаг за шагом, чтобы построить должный фундамент, на котором будет расти здание бхакти. И Шрила Прабхупад, и вся остальная наша Гурварга, они говорили, что основа бхаджана, его фундамент, мы должны его строить должным образом, подобно тому, когда строят здание, строят хороший фундамент, чтобы он смог выдержать вес этого здания. Radharani, extreme point on the Gopi, because they have Maha, they can get. But completely impossible. I can give you examples how Sarvam Bhattacharya, the great Pandit, go mad. There's a case I can see. After first watching Mahaprabhu, what said Mahaprabhu? Sarvam Bhattacharya, когда он увидел Махапрабху, он сошел с ума. Поскольку, когда Махапрабху пошел получать даршан Джагнатха, он побежал к Джагнатху и обнял его. Если мы смотрим на Джагнатху, у него нет ни рук, ни ног, но когда Махапрабху смотрит на Джагнатху, он видит Кришну, обнимающего Радхарани с флейтой. Но мы не можем этого видеть. И поэтому Шрила Прабхупада дает нам Прабхупад говорит нам, что когда мы идем смотреть на Джаганатха, мы не можем видеть Джаганатха материальными глазами. Материалисты и какие-то преданные также спрашивали Шрилу Прабхупаду: «О, Прабхупад, как это возможно, что снаружи Джагнат Мандира какие-то неприличные изображения, почему какие-то эти скульптуры?» И вот там такие неприличные эти скульптуры вокруг украшающие храм. Для обычных людей это невозможно ответить на этот вопрос. И спросили поэтому у Шрилы Прабхупады, что перед тем, как зайти в главную алтарную, почему там вокруг неприличные изображения. И вот преданные спросили этот вопрос. Шрила Прабхупада сказал: нет, это очень, очень хорошо, благоприятно. Как благоприятно? Почему? Шрила Прабхупада сказал: да, нет ничего скверного в храме Джаганатха. Почему это там, что те материалисты,
те, кто заняты вожделением, они придут в храм Джагнатха, они... Там имеется в виду там эти эротические изображения много в скульптурах. И Шрила Прабхупада говорит, что такие материалисты, когда они придут в храм Джагнатха, они будут видеть только эти эротические изображения и не увидят Джагнатха. Их взгляд будет занят рассматриванием этих скульптур. И поэтому они там есть. Про Господа говорится в Упанишадах, вот в этой шлоке, которую произнес Махарадж, что у Господа, хотя у него нет ног, он может ходить, у него нет глаз, но он может смотреть, у него нет ушей, но он может слышать все. Как это возможно? Да, для Господа это все возможно, не только это Кришна, он может также делать, то есть любые органы или части тела Кришны, они могут выполнять функции другого тела. Например, мы можем едим ртом, но Кришна, он может принимать пищу взглядом. Просто он может посмотреть на что-то и принять это. И любые другие органы его чувств, они взаимозаменяемы. Это особенность Шри Кришны. Но это не тот случай с обычными людьми. Они не могут понять. Даже в этом материальном мире можно найти, как змея, например, слышит. Может, вы кто-то видел уши у змеи? Змея глазами слышит. И поэтому одно из имен змеи на санскрите – та, кто слышит ушами. Вот Махарадж произнес, как это на санскрите. То, что змея может слышать глазами. И если эта змея может видеть и слышать глазами, то что... И в Брахма Самхите есть такая шлока, которая также говорится, что Господь, он, его все органы чувств и части тела, они могут исполнять обязанности других частей тела. И Шрила Прабхупад говорит, что Джаганнат, и вот в этой шлоке в Упанишадах говорится, что у Кришны нет никаких материальных органов чувств, но у него есть, они трансцендентные, они не такие, как у нас с вами. И в этой шлоке в Упанишадах, хотят сказать то, что Кришна, у него нет материальных органов чувств, ничего, только все трансцендентно. И поэтому говорится, так. И вот сейчас в Бхагаватам мы знаем, что Кришна, он может даровать прямо даже растениям. Как в этой шлоке говорится, и Удав, он хотел стать травинкой на святой земле Вриндавана, чтобы гопи, они могли, чтобы пыль со стоп гопи попадала на него. Но есть ограничения, хотя мы знаем, что Джива Рупа Госвами описывает, что без Кришны, к
кто мог бы дать прему деревьям и растениям? Говорится там, но также говорится, что есть ограничения. Не. Кто же мог это сделать, кроме Шри Чайтаньи Махапрабху? Мы не можем представить, кто ожидает премы. Махапрабху он раздавал всем. Это была собственность Махапрабху, и он раздавал ее всем. Шри Чайтанья Махапрабху говорил перед тем, как он, точнее после того, когда он принял саньясу, он произнес эти слова, что толку принимать саньясу, према, это моя собственность. Махапрабху иногда говорил такие слова, что према моя собственность, и что толку принимать саньясу, зачем люди принимают саньясу. Принимают они для того, чтобы обрести Кришна прему, но впоследствии забывают об этом и спорят друг с другом. Кришна прему можно обрести только из должного источника, живя достойной жизнью. Наша Гурвага, она может даровать нам Кришна прему. Если мы упустим этот шанс, то что будет дальше, кто даст нам какую-то гарантию? И поэтому в этой жизни мы не должны терять возможности. Но есть ограничения, хотя Кришна хотел даровать прему, но не каждому. И также вместе с именем Кришны, Кришнанамы, смотрите, вы должны изучать бенгали, чтобы почувствовать сладость этих шлок. И вот если вы будете изучать санскрит и бенгали вместе, это очень хорошо. И вы увидите их взаимосвязь. Санскрит – это самый научный язык во всей Вселенной. Такого более научного языка нету. И что хотел сказать? О том, что Махарадж говорил о том, что имя Кришны, оно всегда, то есть имя Кришны, оно может явить свою сварупу, свою форму не всем. И имя Кришны, оно не может даровать нам милость сразу, это невозможно. Нужно сначала стать достойными, и только потом можно получить милость имени Шри Кришны. Когда мы повторяем имя Кришны, то слезы не текут у нас из глаз, а наоборот, наш ум начинает бегать туда и сюда, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит снова и снова, что нужно повторять святые имена всегда. Если вы куда-то идите, спите, едите, нужно всегда повторять святые имена и не останавливаться. Можете видеть, если вы будете видеть чистых вайшнавов, то увидите, что их язык всегда танцует и повторяет святые имена, и никогда не останавливайтесь. И нужно повторять харинам непрерывно, и Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам наставление, что мы должны всегда повторять харинам, и может быть настоящий харинам, вы не можете повторить, что такое настоящий харинам. Это Кришна, который не отличен от Кришнанама, но такой настоящий харинам очень, очень редок. И Бхактивинода Тхакур дает такой совет: совершайте служение руками, ногами, всеми органами чувств. И в Шрила Бхактивинода Тхакур, у него в ашраме надпись есть такая,
предостережение, что повторяйте святые имена всегда и совершайте служение вашими руками и ногами, и устами повторяйте Харинам. Кто знает, когда чистое святое имя явится в вас, поскольку любое святое имя, которое вы повторяете, если оно повторено без оскорблений, то оно очищает ваше сердце. Итак, повторяя святые имена, ваше сердце все больше и больше очищается. И вот имя Кришны мы должны повторять его, но это имя Кришна, оно не всегда может затронуть наше сердце. Оно ждет, пока наше сердце очистится, но имя Гора Нитянанды, они не учитывают никаких оскорблений. В имени Гора Нитянанды нет никакого осуждения, что нельзя то, нельзя все, нельзя это, пятое, десятое делать. Нет, любой может повторять святые имена Гора Нитянанда. Если нет оскорблений, то он сразу почувствует какую-то реакцию в сердце. Имена Гора Нитянанда, они очень милостивы. И это особенность с Гурдамой также. И поэтому Гурдама, она простит нас всегда. Это Гурдама, это самая милостивая дама для обусловленных душ. Гурдама, она очень благоприятна. Что значит дама? Дама – это Баладев-татва. Баладев-татва значит Гуру-татва. Дама – это Баладев-татва. И Баладев-татва значит Гуру-татва, а Гуру-татва, она наиболее милостива. Баладев настолько милостив, что даже самый дурной Дурьотхан, но все же Баладев, он простил его, заступился за него. И Гуру-татва, она настолько прекрасна, настолько милостива, что все, что бы мы ни делали, Гурдев, он хочет защитить нас. Дама татва – это очень великолепная татва, и я обсужу ее более подробно в будущем. Но суть в том, что имя Гора и Нитянанда – они самые милостивые. И сегодня я хочу рассказать о том, как Кришна, он явился в форме Гуранги. Я уже говорил об этом. И вот, хотя Кришна очень милостив, мы знаем, но все же Кришна, он не раздавал прямо всем, как та шлока, с которой начал Кришна, он не раздавал прямо всем подряд. Перед тем, как дать прямо, Кришна думал, достоин ли этот человек или нет. И поэтому про Кришну говорится, вот так Нарада перед Юдхиштхира Махараджем произнес эти слова: «О царь, Кришна очень умен, он хочет отплатить тебе. Ты совершил служение, вот получи зарплату. Сколько нужно? Или кроме денег еще что-то нужно? Я дам все, что ты хочешь». Но прямо Кришна так никогда не даст. Это нечто сокровенное. И Нараджа перед Юдхиштхирой Махараджем говорит: что Кришна, он может даровать даже мукти. И таким образом Кришна, он никогда не хочет дать прямо всем и каждому. Кришна, он не то, что не дает прямо, он дает, но это очень и очень редкий случай. И поэтому одна из причин, по которой явился Махапрабху, это для распространения премы.
then we can prove that it is written in Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чайтамрите говорится. И в этой шлоке говорится, что с посторонними людьми Махапрабху совершает санкиртан, чтобы даровать им милость и силу. А когда Махапрабху находится вместе со своими близкими спутниками, то и вот когда Махапрабху он хочет И вот Махапрабху, он показывает нам пример, если мы хотим продвигаться по пути Рагануга Баджана, то мы должны следовать ему, Махапрабху, полностью под руководством Гурварги. Если мы сможем следовать ему, то получим возможность войти на путь Рагануга Баджана. Если мы посмотрим на жизнь Шри Чайтаньи Махапрабху, то увидим, что каждый шаг Шри Чайтаньи Махапрабху, он полон смысла. Махапрабху все, что делает, есть причина, скрытая причина за каждым его действием. И если мы сможем осознать то его, то, что он делает, и по какой причине, тогда мы поймем, что такое Анугати, что такое Бхакти, что такое наивысшая Бхакти. Кришна уже сказал перед Гопи вот эти слова. Out of your own highness, you get satisfied. I have nothing to give to you. And also, I told. И я уже говорил о том, что Кришна, он великолепен, его характер, его качество, его лила, это все великолепно. Его святое имя, оно великолепно, и Махапрабху, он хотел показать. Махапрабху, он также сам Шри Кришна, но тот Кришна. И вот Кришна, после того, как он вернулся в свою духовную обитель, он подумал, что я явил такую сокровенную лилу, что обычные люди, они могут неправильно понять меня, и поэтому я опять должен явиться в этом материальном мире, поскольку если я не явлюсь еще раз, то многие могут неправильно понять меня, и когда я явлюсь, я покажу причину, по которой я что-то совершал в Кришна-лиле. И вот Кришна-лила, он совершал эту свою Кришну, Кришна-лилу не для того, чтобы наслаждаться. В Кришне нету ни капли вожделения. Я уже говорил о том, что любые качества, как непривязанность или наслаждение и другие любые качества, нет ничего, чтобы Кришна не мог бы иметь свои полные полноте. Кришна, он обладает всем, он самый богатый, самый и самый наслаждающийся, и самый отреченный в то же самое время. И та шлока, о которой я говорил вчера, Макараш повторяет ее.
bhakti with them Krishna playing. Sometimes Rupa Goswami Prabhupada is saying, as if Krishna is playing with his own picture, Pati Bhima. Just playing with him. And before Rasa Lila, if you hear Rasa Katha, if you want to hear, if you are. И перед тем, как слушать Раса Лилу Раса Катху, то там я могу показать, что Кришна, он аптакам, он полностью удовлетворен, он самодостаточен, но все же Кришна совершает эту лилу. I can discuss very secret, not in front of all. Krishna was dancing with all. Кришна, он танцевал со всеми гопи, но Кришна, он никогда не чувствовал даже запаха вожделения. Не, ничего подобного не было в сердце Кришны, и Шукадев Госвами говорит об этом нам. В этой шлоке говорится, что если в этом материальном мире какая-то кама, вожделение нападает на вас, то, так, то не, это очень тяжело избавиться от влияния этого вожделения, но в случае с Кришной у него были десятки миллионов гопи, он танцевал со всеми ими, но не чувствовал даже запаха вожделения. И также говорится о том, что хотя Кришна, он аптукам, но все же он принял решение совершать эту расалилу. И что за расалила, вы должны слушать о ней под руководством возвышенного вайшнава, у которого нету ни капли вожделения. Поскольку если кто-то будет объяснять Расалилу, имеющего вожделение, то он сам попадет в ад, и его слушатели также. И поскольку я уже говорил из Падма-Пураны эту шлоку, что слушание Харикатхи от не вайшнава подобно питью молока, которое коснулось змея. Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит, кто-то его пригласил в Навадвипу, что там читают Брахмагиту так прекрасно, все плачут, слушая эту Брахмагиту, но Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж говорил, что, сказал, что не нужно туда идти. И как не нужно, там Харикатху говорят, Брахмагиту читают. И люди, они катаются по земле, их стадо плачет. Но Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж сказал, что это все не так. Они просто являют свое такое пассивное вожделение. И поэтому тебе не нужно идти туда и слушать, иначе ты потеряешь всю свою силу. И если Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит так, то кто я, чтобы нарушить эту сиддханту? И однажды Гур Кешавадас Бабаджи Махараджу пришел кто-то узнать о Рагануга Баджане, и он сказал ему, что приходите потом, потом опять потом. И когда этот человек начал возмущаться, что я каждый день я прихожу, и вы говорите, что нету времени, как так можно? А Гур Кешавадас Бабаджи Махарадж рассмеялся и сказал, что те, кто не могут пожертвовать даже одной копейкой, как они могут совершать Рагануга Баджан? Они так привязаны к этому материальному миру, к вещам в этом материальном мире, и они хотят совершать Рагануга Баджан. Это невозможно. И таким образом Бхактивинода Тхакура, Гур Кешавадас Баба, Шрила Прабхупада, они всегда
хотели остановить наши неправильные попытки. Они предостерегали нас от опасности. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что без Кришны, я имею в виду без Сварупа Бхагавана Шри Кришны, никто не может даровать прему. Это истина. Ни Рама, ни Нарисимха, ни вот все остальные аватары. И вот об этой шлоке я говорил несколько дней назад уже. Но и каждый аватар, Нарисимха аватара, Вараха аватара или любая другая аватара, никто из них не может даровать прему. Может быть, они все полные аватары, все аватары Вараха, аватара Нарисимха, Рама, они все полные. Нет никаких сомнений в этом, но все же Верховный Господь, только Верховный Господь, Он может даровать прему. А что значит Верховный Господь? Верховный Господь – это сам изначальный Верховный Господь. Это Шри Чайтанья Махапрабху и Кришна. Они оба, они могут даровать прему. И Кришна, Он не может всем прему даровать. Только достойным личностям, и поэтому Шри Чайтанья, Он явился как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы даровать прему всем. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится, что кроме меня никто не может даровать прему. И это сейчас особое время, когда Махапрабху, Он раздает прему. Тогда, когда Кришна ушел из этого материального мира, то Кришна, Он подумал, что в Гите Он, вот есть такие слова, сказанные самим Кришной. И Кришна решил опять явиться в этом мире и для того, чтобы распространять прему и показывать путь, чтобы люди, они не смогли понять его неправильно. И поэтому я много раз говорил, еще раз скажу, что читание лила – это полное объяснение Кришна лилы. Что значит полное объяснение? Разве Кришна лила, она не полная, не законченная? Нет, она полная, но все же не полная. Как это возможно? А почему нет? Если бы Кришна лила была бы полная, почему Кришна опять решил явиться в этом мире? Почему Он принял форму Гауранги? Я знаю, что Кришна лила, она полная и законченная, но все же она не полная и не законченная. Враджа лила, можно сказать, что это Враджа лила, она великолепна, она уникальна. Так много сокровенных вещей там, но все же Враджа лила, она не закончена. Враджа лила, она получает свое полное завершение в Навадвипа лиле. И поэтому с Сваруп Госвами я говорил в те дни. Собчан часто ася, мадана бхагавата,
И вот в этой шлоке, и вот в этой шлоке говорится сокровенная причина, почему Кришна Бхагаван явился. We have to discuss all parallels. No Mahavanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nami Guru Krishna. All this you have one by one, like mathematics, you are telling and get a test. So nice. Today we would like to discuss this very secret sloka. Sri Radhaya Prema Mahimami. It is six case ending. В этой шлоке обращение к Радхарани, оно в шестом падеже. И, но вот скрытая причина явления Махапрабху, она в этой шлоке описана. Только Сваруп Гасай мог понять, и другие возвышенные преданные о Гамхире Лили. Если я буду обсуждать, это очень сложная тема для понимания. И вот в начале всего Кришна Бхагаван, он совершал Расу-лилу со своими спутниками. Мы знаем, даже Шрила Прабхупад говорил об этом, что Чайтанья Махапрабху, он сказал, что для нас это возможно обмениваться различными расами с Кришной в их полной степени. Шрила Прабхупад говорил, что у нас есть возможность служить Кришне и иметь отношения с Ним в пяти великолепных расах в их полнейшей форме, только с Кришной. Почему говорится Парам Виджайдеши и Кришна Санкиртана? Потому что Шри Кришна Санкиртан, он может дать нам возможность обмениваться пятью видами рас с Кришной в самой полной степени, а с Нарайной это невозможно. С Нарайной можно иметь отношение только двух с половиной видов Шанта, Дасья, то есть служение, нейтральные отношения, и дружба, и то наполовину. Только две с половиной расы можно иметь с Нарайной, а Рамачандра тоже с Рамачандрой тоже можно иметь отношения, но не в таком количестве раз, как с Кришной, поскольку он Мария де Пурушоттама, он олицетворение морали, а Кришна, он может нарушить все правила морали и приличия, как и гопи. Гопи, они тоже могут оставить все правила и приличия, принятые в обществе, и поэтому можно неправильно понять как Кришну, так и гопи, что Удов сказал. Удов Бхагаватам говорит такие слова. Удов говорит, что те гопи, они оставили все правила и предписания общества. И Прабху Ананда Сарасвати, он говорит об этом. When you can hear, when Krishna can return.
И вот Удав говорит, что те гопи, они оставили все рамки приличия, они оставили своих мужей, обязанности в обществе ради Кришны. И Кришна говорит, что они оставили даже то, что невозможно оставить. И они, эти гопи, они оставили все и устремились к Кришне. Эти гопи, они были подобны горной реке, которая течет, высокогорной реке, которая течет с Гималаев. И если какое-то препятствие, например, большой камень попадается по пути, то эта река, она буквально перепрыгивает через этот камень. Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил нам, мы не должны имитировать никого. Если мы достаточно искренне, то мы сможем ощутить то же самое чувство. В Гампхире Лиле, изучая Гампхиру, Лилу в Гампхире, можно получить представление о Радхабаве, о чувстве Радхарани. Что такое вибавита? Вибавита значит полное очарование. И они очарованы этим чувством, и ничто другое не влияет на них. И я могу материальный пример привести. Если вы, например, сделаете какой-то... After that, sometime, rasa can enter each and every particle of rasagulla. И вот Махарадж приводит пример, как готовят расагулы, то их сначала обжаривают, а потом в сладкую жидкость помещают. И когда их помещают в сладкую жидкость, то эта сладкая жидкость, она... Она попадает во всю расагулу, и эта сладкая жидкость, она буквально попадает в каждый атом, в каждую частичку этой расагулы. И также это вибавита такое же, что нечто похожее чувство, которое очаровывает нас, и из-за него мы забываем обо всем остальном. Махапрабху также хотел доказать великолепие Паракия Бхавы. Люди в Южной Индии, они сомневаются в авторитетности Кришна Лилы, но это глупо. И вот суть в том, что гопи, они готовы нарушить все правила и предписания. И также я могу привести пример завтра о том, какая ситуация случилась, когда Радхарани ушла из Расалилы. Когда Радхарани ушла из Расалилы, то десятки миллионов гопи были там, но Кришна, он не чувствовал вдохновения. Кришна, он потерял вдохновение совершать Расалилу. А почему? Гопи там остались десятки миллионов, а Радхарани ушла. Почему это так? Кто такая Радхарани? Радхарани – это связующая сила всего. И если кто-то изучает физику, можно ее сравнить с такой центробежной силой. Радхарани в центре, это центр всего. И когда Радхарани ушла, то Кришна потерял вдохновение, желание совершать Расалилу. И Махапрабху хотел привести, он приводил пример перед Рай Раманандой с
И Махапрабху, он когда говорил с Раманандой, он спрашивал, как я могу узнать, что Кришна, он любит Радхарани с самой безраздельной любовью. И как? Где же доказательства? Это доказательство в одной лиле, когда Кришна и Радхарани, они пропали, исчезли посредине. И из этой лилы и в то время Шри Чайтанья Махапрабху, он спросил у Рай Махашая, о Рай, почему Кришна, он украл Радхарани и пропал. Если бы, почему он не сказал всем гопи, чтобы они оставались, а сам ушел с ней? Если бы... Почему Кришна, он похитил Радхарани и ушел? Почему он не забрал ее как, в открытую? И Рай Махашой, он ответил, о, Господь, нет, он любит ее наивысшей любовью, и эта любовь к Радхарани, она бесконечна, но он вынужден был сделать так, поскольку Кришна, он хотел благословить этих гопи, чтобы не разбить их сердце, понимаете? Он очень милостив. И первая лила, когда Радхарани обнаружила, что мой Прананатх, мой Господь, мой возлюбленный Кришна, он танцует со всеми гопи. Я думала, что Кришна – это мое единственное сокровище. А теперь я вижу, что Кришна танцует со всеми, и Радхарани решила уйти из этого места. Она думала, что Кришна – это ее единственный. А тут она увидела, что он танцует со всеми так же. И вот Радхарани ушла. И это очень прекрасное чувство. Мы должны дальше погрузиться в эту философию. Это зовется пранаявика, подобно змее. Путь любви, он подобен пути змеи. Как змея движется зигзагом, так и любовь. Почему Радхарани, она ушла? И вот Шри Чайтанья Махапрабху спрашивает у Рай Махашая, о, Рай, я думаю, любовь Кришна, она несовершенна, иначе как это было возможно, что Кришна, он украл Радхарани и ушел, почему не вместе с гопи, почему он не забрал ее перед гопи? И и Рамананд начал объяснять, а те гопи, они, когда искали Кришну, они увидели отпечатки его слов, они искали Кришну во всем Вриндаване. Эти гопи, они искали Кришну в лесах Вриндавана. Они искали, где же Кришна, где же Кришна? Они молились Кришне, чтобы он спас их, поскольку они не могли жить без Кришны. И Шукадев Госвами говорит, что те гопи, они были подобно сумасшедшим, они сошли с ума, они не чувствовали свое тело, они ходили с места на место и с леса в лес звали Кришну, искали Кришну. Тасам алия учурис майман камбаджа
И в итоге Кришна явился перед гопи, и они начали танцевать, что мы нашли Кришну, но раньше они искали Кришну, и где же не находили. Иногда они находили отпечатки стоп Кришны, иногда Радхарани. И таким образом они выражали свое высочайшее чувство. Но также в Раджа-лиле и в Горанга-лиле я могу показать вам такие же параллельные случаи. То же самое случилось с Чайтанья Махапрабху в Пурушоттам-дхамме, когда он искал Кришну подобно сумасшедшему. Он пропал из Гамхиры. Там было три двери, закрытые на ключ, высокая стена. Как это возможно, что Махапрабху, ну, пропал? И вот, не открыв эти три двери, Махапрабху куда-то пропал. Куда же пропал? Он стал подобно черепахе, его тело, оно изменилось, и преданные начали искать Господа, куда же он пропал. Двери были все закрыты, он внутри комнаты должен быть, но куда-то пропал. Как это возможно? Вот куда Господь пропал? Может, что случилось? Он может упасть в океан или может ходить вместе с коровами, никто не знал, где Господь. И вот спутники Махапрабху, они плакали. Они чувствовали, что чувствует Махапрабху. Поскольку если у вас нет прямого чувства, что Чайтанья Махапрабху хочет сказать, сделать, то как это возможно для Свропгасая и Махашая делать то, чем Махапрабху был бы доволен. В этих 14 мирах, бесконечных вселенных, то, что делал Свропгасай и Рай Рамананда, оно невозможно. Каждый момент они ждали, какая баба может явиться в сердце Господа. И поскольку я уже говорил об этом, это баба Радхарани была. И на каждом шагу он видел Кришну, и три сокровенных причины, почему Чайтанья Махапрабху он был вынужден явиться в этом мире с Радха Бабой, с настроением Шримати Радхарани и цветом ее тела. И вот Рай Махашой, он поклонился саньяси, Чайтанья Махапрабху, он саньяси, но потом он смотрел на него и видит, что это Радхарани с Кришной, с Ямгопаупи, и потом он смотрит, опять они объединились. Стали единым целым, подобно тому, как два металла, когда их сплавляют, они получаются какой-то сплав. И когда он увидел это Рай Рамананда, он не смог уже находиться в сознании, он упал без чувств. И до того это... И смотрите, да, Рай Махашая, он... мог находиться в сознании, когда Радха Говинда были еще отдельными.
почему Кришна не мог забрать бхаву чувства Радхарани во Вриндаване? Почему для Кришны это было невозможно получить вкус, получить чувство Шримати Радхарани? Это невозможно было, потому что бхава – это проявление сварупы. Бхава и сварупа, их нельзя разделить. И поэтому Кришна был вынужден. Кришна, он вишой, вишай викраха. Хотя Кришна также имеет отношение, имеет расы с Яшодой и еще с кем-то, но Кришна – это источник всех рас. И в то же самое время Кришна вишой. Вишой значит, из Кришны все расы исходят. И Вишой, и та раса, которая возможна с Вишай Виграхой, то он это мог вкусить. Это, и те расы, которые были возможны с Вишай Виграхой, только он мог наслаждаться этими расами, но не Бхава Радхарани, поскольку Радхарани – это полная Ашра Виграха. Кришна – это подобно тому, как Кришна – источник всех рас, это правильно, но в то же самое время мы скажем, что Радхарани – это полная емкость патра, в которую Кришна, раса, все эти отношения с Кришной, все… Вот Махарадж их перечисляет, все они могут быть в ней. И Кришна думал о том, как это возможно для меня. Какое же великолепие Радха Премы? Кидришо значит какое, Радха Према, какая она? И Мадхурья, которую она получает от меня, и какое чувство, какой вкус, какое чувство она чувствует по отношению ко мне, какую. И я не могу получить это чувство, поскольку я вишая виграха, для меня невозможно получить то, что чувствует Радхарани. Это очень как просто и запутанно. В то же самое время в материальном мире, например, какие-то люди могут встречаться, любить друг друга, но чувство мужчины к женщине, оно отличается от чувства женщины к мужчине, они разные. Бхарат Муни, он, и вот Бхарат Муни говорит, в Чайтанье Чаритамрите описывается, что согласно подсчетам Бхарат Муни, после он всю жизнь совершал эти эксперименты, изучал отношения мужчины и женщины, и после этого он пришел к выводу, что у них их чувства одинаковые. Понятно, что я хочу сказать, это не материальные темы, но я вынужден говорить так. И вот согласно подсчетам этого Муни, чувства мужчины к женщине и женщины к мужчине, они одинаковы. А почему Кришна, он танцует подобно сумасшедшему, когда а когда он видит Радхарани? И вот в этой шлоке говорится,
Radhika Prem, who is Guru? Radharani Guru. Радхарани – это гуру, гуру для нас. Когда Лалита спрашивает… И вот Радхарани спросила у Лалиты, откуда она пришла. Она сказала, что я пришла вот с того леса. Видела ли ты Кришну? Да, видела. А что Кришна делает там, танцует? А кто же гуру? Ты гуру. Он поставил твое изображение и танцует перед ним. И поэтому в Чайтанья Чайтамрите научным образом говорится, что Радхика – это према гуру. Радхика, ее према, это гуру, и поэтому я хочу поместить свою голову под лотосные стопы Радхарани. Не все понимают великолепие чувства Шримати Радхарани, Радхапремы. А в этом материальном мире мы наслаждаемся этими материальными органами чувства. Что мы можем знать о трансцендентной расе? Мы должны совершать баджан. И после этого, когда мы получим милость, и вот Махапрабху, он всеми своими действиями, он показывал нам своим собственным примером, он показывал, как нужно совершать баджан. И мы должны узнать о всех этих наставлениях Шри Чайтаньи Махапрабху, Рупануга, Гуруварги. А кто такая Рупануга, Гуруварга? Узнать настоящего Рупануга Бхакту не так просто, как вот в случае с Шрилой Бхакти Прамодом Пури Госвами Махараджи. Он поклонялся божествам, и он поклонялся, но его поклонение божествам это не было каким-то обычным поклонением Канишчатикари, начинающих преданных. Его поклонение некоторые думают, что это поклонение божествам, но это не просто поклонение, а служение самому Господу в Йога-Питхе. Нет такого правила, что все получат мадхурасу в Гауди Баджане. Мы все, по идее, должны обрести мадхурасу, но мы видим, что далеко не все получают, и это не нужно. Как, например, Кришнадас Бабаджи Махарадж, он достиг совершенства в Сакья Баджане, он жил в Паван-Сароваре. Кришнадас Бабаджи Махарадж, он известен был тем, что всегда воспевал цветы имена киртаны и не спал. То есть нет такого правила, что все должны обрести мадхурья расу, но это не обязательно, поскольку сакхи раса, если она подходит нам, то можно ее обрести, в чем проблема.
если мы будем находиться на нейтральном уровне, то все расы, согласно нашей точке зрения, они великолепны. Не значит, что это ниже или хуже, или еще что-то. В читании Чайтамрити говорится, что любая раса, любые отношения с Кришной, если смотреть на них с нейтральной точки зрения, то любые отношения с Кришной, они великолепны, наивысшие для любого преданного. Но в Мадхури расе все другие расы, они уже находятся там, они включены туда. И Махапрабху говорит в этой шлоке, подобно тому, подобно тому, что как земля, в земле находятся все остальные эти первые элементы, то как в Мадхури расе все остальные расы находятся. Какое качество пространства звук? То есть пример с тем, что в Махарадж приводит пример с этими с первыми элементами, и ну, смысл в общем в том, что подобно тому, как в 100-рублевой банкноте содержится и 10 рублей, и 100, и 5, и 15, то так и в Мадхури расе содержатся все остальные расы. Что такое раса? Раса значит вкус. Я говорил, приводил пример, что если мы видим расагулу, Махарадж пример приводит, что если мы видим расагулу, то в ней возможность, у нее есть возможность быть сладкой, но мы узнаем, сладка она или нет, только тогда, когда прикоснемся языком к ней. То есть это может быть какая-то подделка, либо имитация, либо еще что-то. Вот в этом материальном мире Махарадж пример приводит, что есть наслаждающийся, наслаждение и объект наслаждений, они на разных уровнях находятся. Вот человек, который хочет наслаждаться чем-то, это наслаждение, и тот объект его наслаждения, они, эти три вещи на различных уровнях находятся, но на Галоке это не так. Когда Кришна хочет наслаждаться, то это Кришна наслаждающийся, наслаждение и объект его наслаждения – это единая таттва, и поэтому для Кришны нет ничего неприличного. Как, например, в этом материальном мире, если мы хотим что-то сделать незаконное, то мы будем наказаны. Но кто будет наказывать Кришну? Он источник всего, он Адвайгьян Таттва. Он единственный наслаждающийся, единственный повелитель всего. Он пребывает в
сердце каждого живого существа как сверхдуша. Для Кришны нет проблем в этом. Почему? Поскольку в материальном мире наслаждающееся наслаждение и объект наслаждения, они разные, на разных уровнях находятся. А с Кришной это не так. Кришна, он единственный наслаждающийся, и то наслаждение, которое получает Кришна, это и объект его наслаждения, они все на одном уровне. Они не отлично, нет у них никакой разницы, и поэтому для Кришны нет ничего ни плохого. Никто не может критиковать Кришну. В этом материальном мире, может, какие-то вещи они плохие, неприличные. Например, мы хотим попасть в какое-то защищенное место, куда вход воспрещен. Ну, иногда можно видеть, что вход воспрещен куда-то, и если мы залезем туда силой, то нас могут поймать и наказать, и в лучшем случае выгнать оттуда. И это для нас с вами, к нам с вами относится, если мы хотим попасть в Расататву силой, не имея должных качеств, то нас оттуда в лучшем случае выгонят, и поэтому не надо рисковать вашей жизнью. Это материальная раса, она не она не затрагивает вашего настоящего «я». Ваше настоящее «я», оно… находится под покровом майя, и мы из-за влияния майя мы хотим получить какое-то наслаждение. У нас есть склонность к наслаждению, и поэтому это единственная причина, почему мы находимся в обусловленном состоянии. Итак, наша склонность к наслаждению – это причина нашего рабства, нашего заточения в тюрьме Махамайи. Это единственная причина, и нет никаких других. И ваше настоящее «я», оно покрыто майей, и поэтому все стремятся к наслаждению пяти органами чувств, как, например, олень, он бежит на звук флейты, и в итоге умирает, его ловят в ловушку. И таким образом олень, который стремится к этому наслаждению, он погибает. И если мы, будучи в пустыне, чувствуем жажду и видим мираж воды, но это не вода, это просто мираж воды. Но если мы будем бежать на это изображение, может еще километры пройти, может еще, и там будет вода. Вот, ясно видно, недалеко. Нет, это не вода, это мираж. И таким образом он, это существо, которое бежит за миражом, оно помирает в итоге. Слонов как ловят, они делают ловушку, помещают туда какую-то самку, эту слониху, и эта слониха, и слон
который привлекается звуком этой слонихи, он попадает в ловушку, а рыба как ловится? Рыба ловится на крючок с этим, на наживку на крючке, на еду привлекается. И так, стремясь к еде, и так она пытается это, съесть наживку, и ее ловит в итоге. И это причина их смерти. А насекомые, летающие насекомые, почему они летят в огонь и умирают там? Поскольку насекомое, оно не может остановиться. Этот огонь, оно сияет настолько привлекательно для них, что они не могут остановиться и не лететь на него. И таким образом эти материальные наслаждения, они... очень опасное. В Нитишастра говорится, что те пандиты, которые очень образованы, если так или иначе они потеряют свое терпение, то любой из их органов чувств, он может принести им проблемы. И что значит пандит? Вот, определение пандита в двух словах. Пандиту Банду Мокшавит. У Кришны спросили, кто такой пандит. Кришна ответил: Пандиту Банду Мокшавит. Пандит тот, кто пандит, у кого есть я четкое знание о том, что есть оковы, а что освобождение. То есть пандит тот, кто видит. Тот, кто имеет представление о тех вещах, которые являются препятствием, оковами, и те, которые ведут на путь освобождения по милости Гуру Вайшнавов, мы можем только выбраться из-под влияния Майи и всех ее опасностей. И вот пандит тот, кто знает, что является для него препятствием и благим на духовном пути. И вначале я дам сегодня вам намек. О том, что в этом материальном мире это Шабда Спарша Упаганда, они могут быть причиной вашего рабства, но эти же самые вещи с трансцендентного мира, они смогут быть причиной вашего освобождения. И вот Махарадж приводит пример, что те же самые вещи, которые с Махапрабху, завтра он пример приведет, точнее, сегодня конец. Вот эту сахаджи не могут принять эту шлоку, они никогда не хотят следовать этой процедуре, которая описана в этой шлоке. Эта шлока написана Шилой Рупой Госвами. So I am the spontaneous began, but this thing, the Swami is my
they don't like to accept. I can give argument one by one, they like to put one sloka from rasa. И вот сахаджи, они эту шлоку не принимают, они вот эту шлоку используют, но она не, но не так понимают, как нужно ее понимать. Я могу разбить их все аргументы. I can give except yes, is supporting. What I mean to say? Karta. So I can one day I can discuss this, I can break. Вот Махарадж в один из дней обсудит эту шлоку.